Ребят, отвечай последний раз. Почему ты ушла от канала Тра-та-та? Ребят, и мне 26 лет, у меня семья. Мой муж, Тра-та-та, родной дядя. И поскольку как бы мы не можем всю жизнь жить как бы на каком-то уровне, да, и у каждого своя семья, как бы был определенный момент, когда бы мы вместе работали. Все, работа вместе закончилась, все. Каждый живет по-своему. У них свое царство, у нас свое царство. В общем, ребят, этот вопрос можете больше даже не затрагивать, потому что прошло уже 2 или 3 года. Не вижу смысла. Мы как бы разберемся сами. Мы до сих пор разбираемся. Но никого это не должно касаться. Личное то личное, в общем. Просто смиритесь и все, забейте. Зачем оно вам надо? Это чужие проблемы. Не, я понимаю то, что вам интересно, как это. Потому что, когда что-то происходит, всегда всем интересно. Ну, я думаю, что ваш интерес можно чуть-чуть приостановить, забыть, и все. Там-там-там. Потому что, когда начинаешь что-то обсуждать, что-то говорить, все начинают перекручивать, все доделывать. В общем, я уже не хочу, потому что вот то время, когда был у нас инцидент, как бы могли бы не выводить это на публику, а разобраться между собой. Но там не получилось разобраться между собой, потому что не получилось. Не хотели там разбираться между собой, им было интерес, в их интересах было разбираться публично. Ну, публично так публично, господи. Мне-то пофиг.